Стоматоскопия. Так называется исследование, которое проводят специалисты Сергиево-Посадской стоматологической поликлиники. Оно позволяет выявить онкологические заболевания полости рта на ранней стадии. Всего пара минут, и врач исключит любые потенциальные риски, либо направит на дополнительное обследование. Рак полости рта, он является одним из самых распространенных онкологических заболеваний. И в 55% случаев онкология полости рта, он, как правило, очень часто выявляется на поздних стадиях. Излучение аппарата направляют в полость рта и через специальные очки проводят визуальный осмотр слизистой. Обследование проходит абсолютно безболезненно. Нормальная слизистая, без всяких воспалительных явлений, она таким светится зеленым свечением. Если есть какие-то очаги, которые нам не нравятся, они светятся уже таким более коричневым свечением. Как и в любом другом случае, выявление рака ротовой полости на ранней стадии ведет к излечению. Пройти эту процедуру рекомендуют в первую очередь тем, у кого часто воспаляется слизистая, регулярно появляются трещины на губах и в полости рта, а также есть хронические травмы от частого прикусывания. В группе риска находятся и пациенты, у чьих близких родственников было онкологическое заболевание ротовой полости. Если есть какие-то травмы зубными протезами или постоянные там прикусывания еще губ, то это, конечно, надо все это дело ликвидировать и убирать, потому что хронические травмы и тоже могут приводить к онкологическим заболеваниям впоследствии. Попасть на стоматоскопию можно по предварительной записи на портале государственных услуг, либо обратившись к дежурному врачу в стоматологической поликлинике. Елена Бадалян, Антон Коврижных, программа «Утро».